Я всех приветствую. Зовут меня Ирина Маркелова Агапова. Я участница проекта Whole World с 2013 года. Сегодня я вам расскажу стратегию в благотворительном марафоне, в котором вы будете зарабатывать абсолютно все без исключения. Что такое благотворительный марафон? Сейчас мы подробно останавливаться не будем, потому что у меня есть несколько роликов, я подробно рассказывала, что это такое. В этом ролике речь пойдет именно о стратегии, как здесь можно зарабатывать абсолютно каждому. В благотворительном марафоне стоимость места $35 один раз в 3 месяца. И здесь бесконечный бинар под вашим местом. Может быть только всего 2 личных партнера и все. Остальные партнеры, так как им деваться больше некуда, потому что под вашим местом может быть только 2 партнера, они падают вниз. То есть это переливы. И переливы идут от наставника и от самой системы, и вообще от вышестоящих партнеров в целом. То есть заполняется здесь в любом случае абсолютно весь бинар, если каждый человек продлевает свое место каждые 3 месяца во что бы то ни стало. $19 поступают другим участникам марафона, чьи места находятся над вашим местом в общей структуре. Вот, посмотрите, на 10 уровней в глубину. То есть вот это личные ваши партнеры, от которых вы получаете по $1 на первый уровень, на второй, на третий, на четвертый, дальше пятый, шестой, седьмой идет по $2, восьмой, девятый, десятый идут по $3 в глубину. И $3 идет сервисный сбор компании, $3 идет информационному спонсору, у кого статус бизнес. Второй момент – это уметь ждать. Вот это кабинет моего партнера. Попросила я логин и пароль. Человек попросил не называть его имени и фамилии. Посмотрите, у него в структуре практически каждый продлевает свои места. И если все, абсолютно все будут продлевать, вы все будете получать денежные переводы. Но для этого нужно время. И третье, чтобы быстрее заполнялась ваша структура, это нужно приглашать самому. Либо ждите, потому что марафон это на длинную дистанцию, либо приглашайте самим. И либо покупайте бизнес-автомат, так будет быстрее. Если каждый будет делать то, что я сказала в этом ролике, еще раз резюмирую, продлевать свои места во что бы то ни стало. Второе, выждать время. И третье, приглашать самому, то доход будет неизбежен абсолютно у каждого. Всем пока!